последний день лета я не ожидал такой подставы от этого маленького ювелирного чуда, который испортил мне всю работу. Но почему? А потому что он устал и решил эффектно уйти на покой в самое неподходящее время. Когда он полностью был забит расплавленным серебром, этот чудило решил дать трещину, и раскаленный металл растекся по всему столу. Я очень разозлился, но ведь работа сама себя не сделает, поэтому сейчас мне нужно подготовить новый тигель к опасной плавке. И для начала я беру волшебный порошок, нагреваю сам тигель, раскаляю носик и присыпаю его брой. Обильно посыпаю дно и хорошо все прогреваю до того, пока тигель не покроется вот такой прозрачной глазурью, которая потом, кстати, приобретет какой-то цвет. Ну что, теперь можно плавить и спокойно продолжать работу.